На странице оформления заказа мы видим варианты разбивки заказа. Мы можем забрать весь заказ за один раз. Можем разделить его на две части. А можем на три и более. Под вариантами вы видите блок со всей информацией по вашему заказу, а также перечень всех товаров вашей корзины. Давайте попробуем разделить заказ на две части. Мы видим, что первая часть к нам придет 20 июля, а вторая часть товаров придет к нам 7 августа, но только из-за одного товара. Остальные товары будут готовы к отправке раньше. В таком случае стоит выбрать заказ по мере поступления. Таким образом, часть товаров к нам придет 20 июля, часть товаров 24 июля, а последнюю посылку мы можем забрать 7 августа.